здесь правовая определение, о чем будет однозначно дана еще раз. А что полиция знает? Когда вот будет? Вот сейчас установлен закон. Вот то, что мы здесь, это... У нас билеты куплены, нам потом ехать нужно, да? Нет, но это... Скажите, скажите, вот на сегодняшнюю минуту сейчас, да? Какой период? Вот сколько нас? Час, два, день? Сколько нас? Это срок никто не скажет. Так а вы никаких мер не принимаете, вы стоите... А вы просто сами, да? Еще раз говорю, там видеосъемка была, если есть желание, конечно. Так дело в том, что в этой съемке-то вы участвуете, что вы встретились с водителем на переднем сиденье, а он за рулем, он не пассажир. Давайте зайдем в банный корпус, вот вы как представитель власти. Чего вы боитесь-то? Подождите-ка, вот люди, они должны даже что, должен подчиниться вам. Правильно? Давайте откроем, вот просто так, подойдем, постучимся, постучимся. Ну пусть стреляют нас, ну пусть стреляют нас. Вы как человек, вы можете подойти, постучать и попробовать открыть, как человек. Еще раз, попытка была. Сейчас пока действует в соответствии с указаниями считающего руководства. Где попытка? Я больше не видел. Не было попытки. А как нам проконтролировать сейчас, вот на сию минуту, что вы доложили министру? Поверьте на слово. А что на слово? Я еще раз говорю. Отдайте телефон, я тоже позвоню. Я это сказал под видео. Это потом, значит, если я вас ввел в заблуждение. Не, действительно, он доложил. Тот, который организовал, лыком не вяжет. Еще раз говорю, пожалуйста. Значит, подчиненным можно приказать. Значит, единственное, о чем я вас прошу, но сейчас смысла здесь находиться пока нет. Открываем двери, и все. Открываем двери, мы тихо, мирно заходим работать, и все. Давайте так. Открываем двери, что они сделают? Ничего не сделают. Как говорится, потом... Нас вон столько людей, а их что? Пусть открываем двери. И все, все проблемы решатся. Двери откройте, все. Вы нам сейчас столько здоровья сразу унесли. Все лечение на шмарку. Все, идем. Где он? Куда пошел? Лому взять и все, ломать. Все, открываем и заходим. Что, ну давайте сами тогда открывайте, заходите. Это уже... Пусть, блядь, придумал. Они, смотри, они сами...